Крыша исторического здания обрушилась в Твери. Предположительно, конструкцию рухнули из-за большого количества снега. В самом доме людей не было еще 14 лет назад. Его признали аварийным. Однако к нему примыкает еще одно здание. В нем проживают 200 человек. Сейчас проверяют вероятность обрушения этого дома. Здание является частью исторического комплекса «Морозовский городок», который построили больше 100 лет назад. Известен дом еще и тем, что там родился певец Михаил Круг. Кстати, это уже не первое ЧП с этим зданием. Летом прошлого года там уже произошло обрушение перекрытий с первого по четвертые этажи.